Здравствуйте, мои дорогие. Это продолжение пятницы прекрасного дня. И я написал стих. И стих называется «Страсть». Страсть ума. Впереди какая-то собака бежит. Надо подождать, чтобы она меня оббежала. Потому что она мне немножко не нравится. А нет, нежный пес. Кыш-кыш. Кыш-кыш, кыш-кыш, кыш-кыш. Так, страсть ума. Однажды я себя спросил, с кем говорю я, кто ты был? И разум стал мне пояснять. Нет смысла было понимать, какой ответ хочешь, скажу. И все по полкам разложу. В чем сила есть ума? Вопрос. Поймешь, когда придет склероз. А сейчас нагрей ты лучше чай. И о хорошем помечтай. Тебе не в силах все понять. Тогда не будем начинать. Тогда не будем начинать. Вот эта милая собачка решила провожать меня, да? Ты будешь моей провожатой? Нежный пес. Все ясно. Все, я понял. Короче, сегодня я не один. У меня есть пес. Пес Барбос. В прошлый раз у меня был пес. Как его звали? Борис. Теперь пес Барбос. Ну что, до скорой встречи в следующем видео. Желаю вам, чтобы вы были не одни, чтобы с вами всегда был кто-то рядом. Даже если это милая собачка. Пошли, идем. Пошли. Пошли, купаться будем. До скорых встреч. Будьте счастливы. Пока-пока. Ваш Алексей.